Перед нами полотно выдающегося уральского художника Миши Шаевича Брусиловского под названием «Поцелуй Иуды». Это один из авторских вариантов композиции. И как часто бывает в произведениях этого художника, он, автор, не замыкается в строгих рамках евангельской истории, а ищет что-то новое, что-то современное, то есть как бы приближает это событие к нам, ныне живущим. И поэтому в это действо оказываются вовлечены и современники художника. То есть помимо самого автора, мы здесь видим его современников, художников. Это у нас Виталий Волович, это у нас Анатолий Калашников, и это еще тот человек, который возродил кузнечное дело на Урале, это Александр Лысяков. Вот такая получилась необыкновенная композиция. Она очень много раз воспроизводилась в работах художников мира, этот сюжет под названием «Поцелуй Иуды». Но, как правило, в любое время, в любую эпоху художники ищут что-то новое. И вот Миша Шаевич делает это так. Он изображает себя и своих современников. Они здесь не как сторонние наблюдатели изображены, а как бы в роли предстоящих вот этому событию святому и одновременно трагическому в судьбе Спасителя. Ну а сама история, это сам евангельский сюжет вот этого под названием «Поцелуй Иуды», это о чем? Это о добре и зле, о верности и предательстве, то есть о тех вечных категориях, в которых и с которыми мы живем, переходя из века в век.